Судьбы памятников нередко напоминают судьбы людские. На высоком берегу реки Урал, на символической границе Европы и Азии, стоит Александровская колонна. Это самый первый памятник Оренбурга, и посвящен он событию, сыгравшему решающую роль в жизни города. У памятника драматическая судьба. Его открыли в 20-е годы 19 века, переносили, разрушали, предавали забвению и, наконец, снова возродили. Такая же судьба у человека, благодаря которому этот памятник был когда-то воздвигнут. Генерал Петр Кириллович Эссен. Личность неординарная, несправедливо забытая. В городе на каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Трава поблекла от страшной засухи. Так описал очевидец этот страшный день. В городе царила холера. Пошли слухи о том, что заразу распространяют врачи. Разъяренная толпа собралась на Сенной площади. В тот момент, когда ее стихия готова была хлынуть и разгромить все на своем пути, на площадь влетел экипаж с двумя военными. Генерал-губернатор Петр Эссен и его адъютант. На помощь Эссену подоспел Измайловский полк. Толпу удалось усмирить. Лет через 15 после этого события барон Модест Корф, однокашник Пушкина, с лицейским прозвищем «Дьячок Мардан», от французского «кусачий», взялся писать воспоминания о времени, в котором ему довелось жить, и о людях, разделивших с ним это время. Едва ли встречался когда-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, какую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно объектом общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда даже в печати. Печатный орган, на который сослался барон, издание с объясняющим названием «Сплетни». И он его очень не любил и очень плохо о нем написал. Так вот, в печати вы хорошего не найдете о нем. Но архивные документы, и вот то, что, с чем я столкнулась, то, что я вам расскажу, доказывает, что это неправда. Что он был не глупым человеком, и сделал он очень много. Он был таким настоящим воякой. В 1812 году казаки отбили у французского штаба коляску с документами. Среди прочих бумаг оказались данные, собранные разведкой Наполеона, о 58 российских генералах. В одной из бумаг было написано следующее. Генерал Эссен Петр Кириллович, начальник 8-й пехотной дивизии, всегда употребляемый для действительной службы. Хороший генерал и очень храбрый под огнем. Петр Эссен родился в Лифляндии 11 августа 1772 года. Сохранились записи о его отце. Храбрый сподвижник Елизаветы. На возвратном пути из Пруссии в Россию заболел тяжко, пожелал принять миропомазание и приобщиться святых тайн от русского священника. Таким образом, совершилось присоединение рода Эссена к православной церкви. Петр Эссен сделал блестящую военную карьеру от вахмистра лейб-кирасирского полка, в который был зачислен, как многие дворянские дети, 5 лет от роду, до генерала от инфантерии. Возможно, это легенда, но она отражает такой дух времени. Эссен в начальные годы своей карьеры, эти начальные годы его карьеры попали на царствование императора Павла, который, в общем-то, пристально занимался армией и офицерами и разговаривал со многими офицерами действительно. Вот существует такая байка, что он молодого капитана Эссена посадил к себе в карету, чтобы просто поговорить. И через несколько часов молодой капитан вышел оттуда молодым генералом. В том, что это легенда, сомнений нет.
Павел I действительно присвоил Эссену звание, но полковника, а генералом он стал только через 7 лет, хотя все равно это очень короткий срок. А в 27 лет Петр Эссен стал уже боевым генералом. Умением, храбростью обратил на себя внимание сначала Суворова, потом Кутузова. Он прошел 4 войны. Награжден орденом святого Андрея Первозванного с алмазными знаками, святого Владимира первой и второй степени, святого Александра Невского с алмазными знаками, Белого Орла, святой Анны первой и второй степени, святого Иоанна Иерусалимского, святого Георгия третьей степени, двумя золотыми шпагами за храбрость с алмазами и прусским орденом Красного Орла первой степени. Барон Модест Корф. Высшее управление петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене. Причину его изумительно быстрой карьеры мы, современники, находили в своевольной игре фортуны, осыпающей своими дарами ничтожность и пустоту. О том, что в Москве вспыхнула холера, узнали в Петербурге 24 сентября 1830 года. Значит, что делал Петр Кириллович Эссен, военный губернатор города Санкт-Петербурга? Он ввел карантинные заставы. На этих заставах работали врачи, которые обязательно осматривали, например, прибывает судно, и весь экипаж должен был быть осмотрен врачом. И также судно выдерживало карантин от 10 до 14 дней. В фондах нашего архива сохранились в большом количестве рапорты. Практически Эссен писал через день, иногда каждый день. То есть рапортов очень много. Петр Эссен 1 октября 1830 года. Усматривая, что по неимению вольнопрактикующих врачей по Выборгской части, заимствоваться потребным числом врачей от Императорской медико-хирургической академии и от госпиталей сухопутного и морского для каждого квартала. Эссен предпринимает, естественно, шаги заранее, чтобы обеспечить город определенным количеством врачей. 11 октября 1830 года он также пишет управляющему Министерством внутренних дел Арсению Андреевичу Закревскому о том, что он сделал Санкт-Петербургскому гражданскому губернатору распоряжение для окуривания корреспонденции. То есть все меры максимально были им приняты. И действительно, эти меры, они были очень действенные. И до июня аж 1831 года это помогло сдержать. За 13 лет до этих событий Петр Эссен был назначен военным губернатором Оренбургского края. Эссен был военным губернатором огромной территории, которая простиралась фактически от Арала до Арал, Самара, можно так очертить, Башкирия, Челябинские заводы. Огромный макрорегион. Можно сравнить с сибирскими большими губерниями, вот только, пожалуй, с ними. Причем, вы понимаете, дело же не только в территории. Есть территории протяженные, но при этом населенные, ну, понятным, если можно так выразиться, населением. А здесь фронтирная зона. Здесь, получается, все, кто с юга от Урала, да и не только с юга, и башкиры те же, это кочевые, полукочевые люди. О ситуации в крае говорит один из указов военного губернатора Петра Эссена о запрете продажи кочевыми народами своих детей. Нищета и безысходность делали такие вещи вполне обыденными. Буквально за несколько месяцев до его назначения был создан Оренбургский отдельный корпус. В это же время были уже Сибирский отдельный корпус, Кавказский отдельный корпус. Это вот редкий регион, где на территории одной губернии располагалось вот несколько казачьих войск. Кроме регулярных войск, которых было здесь тоже предостаточно. Всякая окраина, окраина – это граница. Там, где граница, там часто бывают и проблемы, в том числе не связанные с мирными отношениями. Здесь для Эссена стала реальностью ситуация, которую можно причислить к средневековой дикости. Ему предстояло высвободить русских людей из рабства. Для этого была организована экспедиция в Бухару.
То есть это люди, которых вот в силу обстоятельств набегов хивинцев, набегов киргизов просто похищали со своих родных территорий и увозили вот в Бухару, в Хиву, то есть территорию современного Узбекистана. И там использовали как наемную силу, как работников по дому и прочее, прочее. То есть люди просто оказались оторванными, ну вот, вплоть до 55 лет. То есть человек просто всю свою сознательную жизнь прожил в плену. В историю эта экспедиция вошла как миссия Негри, отправленная российским правительством для изучения неизвестной территории и установления связи с Бухарой. На самом деле задачей было вернуть пленников. Негри — это был дипломат от Эссена, получил такую инструкцию. Но, конечно, получил он не просто такие неофициальные указания, он получил еще и деньги. Деньги эти были собраны по инициативе Эссена местными благотворителями на выкуп наших пленных. И действительно, когда миссия вернулась на следующий год, вместе с Негри сюда вернулось 19 наших пленников. В документах встречается, да, описание того, что как их встретили. То есть ведь приходили разные люди. Прожив 55 лет, один из пленников, он оказался с выколотыми глазами. То есть, вернувшись на свою землю оренбургскую, он ее не увидел, но ощутил все равно себя, да, в своих, так сказать, родных пенатах. Миссия Негри выполнила и параллельную задачу. Параллельно задачей была поставлена изучить дорогу, абсолютно незнакомую, неизвестную, изучить вот эти места, по которым будет проходить посольство, съемку сделать, в общем, подробно изучить все. И туда несколько ученых было направлено. И самое главное, Эдуард Александрович Эверсман. Это был действительно выдающийся ученый. В Гейдельберге получил образование, был настоящим немцем. Но он мечтал о Востоке. Вот такая была у него мечта. И поэтому он переехал на Урал к своему отцу, который там был по найму, работал инженером, и для того, чтобы потом отправиться в Среднюю Азию. Его обнаружил, совершая поездку по краю Эссен, познакомился с ним, очень проникся его идеями. И когда миссия Негри, она, конечно, в Оренбурге основывалась, он включил Эверсмана в состав этой миссии. Справился Эссен и еще с одной задачей. В Оренбургском крае не было учебных заведений, в которых молодые люди могли получать высшее образование. Все кадры присылали из других регионов. Открыть военное училище хотел предыдущий губернатор Волконский и даже решил дать учебному заведению имя первого губернатора Оренбурга Неплюева. Но не получалось найти деньги. У Эссена получилось. «Предместник мой предложил завести в Оренбурге училище, в котором полагается обучать детей оренбургского войска, башкирских, мещеряцких, киргизских, равно и других азиатцев. Беднейшие из них будут содержаться на счет капитала, пожертвованного от потомков Неплюева и других благотворительных особ, а достаточные – за деньги отцов, которые назначатся весьма умеренно». Вот как раз вот в этом деле об организации деятельности Неплюевского военного училища хранится подробное описание торжественного действия, которое происходило при открытии училища 2 января 1825 года. Стараниями Эссена были основаны начальные школы для казачьих детей, гимназия в Уфе. Свои личные деньги перечислял в фонд помощи бедным семьям с детьми. Особенно его беспокоили дети кочевников. Для них создавались особые условия обучения. Представьте себе такую ситуацию, что, значит, эти дети воспитывались в своих улусах, да, потом их в возрасте 8-9 лет отправляли в школу, где они сталкивались со своими русскими сверстниками. Правда, обучались они в отдельном классе. Естественно, была серьезная уязвимость. Там была целая программа, они находились на, как бы мы сегодня сказали, если не на интернатном, то жили на квартирах вдали от своих родителей. Вот, то есть, естественно, что в первое время их надо было обучать элементарно оседлой жизни, потому что они вели полукочевую жизнь. Холера пришла в северную столицу 14 июня. Военный губернатор Петр Эссен
создает комитет для принятия мер против ее распространения, во главе которого становится сам. Эссен делит Петербург на 13 частей. Во главе каждой части был назначен попечитель. Он обходил веренную ему территорию ежедневно и следил за тем, чтобы жители свои дома содержали в чистоте. А также, естественно, были подключены и полицейские. Они выявляли заболевших, приглашались врачи, которые решали, должен ли ехать больной в больницу или его можно было изолировать в отдельной комнате. А также полиция следила за тем, как хранить больных. Было создано несколько холерных кладбищ. Ну и приступы, конечно, заставали людей и на улицах. И были созданы специальные бригады фурманщиков, так их называли. Собирали их из фонарщиков. И вот эти люди были ответственны за то, чтобы если у человека случился приступ холеры на улице, он был обязан его припроводить в больницу. И, конечно, в Петербурге вот эти жесточайшие меры карантинные вызвали недовольство. Народ нападал на кареты, которые везли больных, отправлял их обратно домой. Толпа устремилась к главной холерной больнице и учинила погром. Был убит доктор Дмитрий Бланк, двоюродный дед Ленина. Его брат Александр, тоже врач, чудом спасся. На следующий день из Петергофа приехал Николай I. В своем экипаже он стоял во весь рост перед толпой. Эпизод этот запечатлен на знаменитом памятнике царю в Санкт-Петербурге. «Я вам верю, но горе тем, кто позволит себе противиться моим повелениям. К вам не будет никакой жалости. Теперь расходитесь. В городе зараза. Вредно собираться толпами. Вы оскорбили меня вашим непослушанием, но еще больше оскорбили Бога преступлением. Совершено было убийство, невинная кровь пролита. Молитесь Богу, чтобы он вас простил». При этих словах император обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился. Толпа упала ниц, император уехал, народ тихо разошелся. На следующий день Эссен ввел военное положение, но насильно в больницу уже никого не увозили. Врачи два раза в день посещали больных. Барон Модест Корф. «История должна быть неумолима и беспощадна. И потому при всем уважении к памяти человека, по своему характеру доброго и незлобивого, может быть, отчасти и храброго воина, не могу не сказать со всей искренностью, что Эссен – совершенная бездарность и ограниченность. Человек без знания, без энергии, почти без смысла». К счастью, сохранились и другие свидетельства. Павел Петрович Свиньин – писатель, историк, художник. «Путешественнику вид города Оренбурга, без сомнения, покажется прелестным. Приятно видеть точную правильность и чистоту кварталов и улиц, пленительную опрятность домов, великолепный каменный тротуар на большой улице и ряды молодых деревьев, насажденных перед домами. Должен сказать, что все то, что Оренбург имеет лучшего в устройстве своем, приобрел он под управлением нынешнего военного губернатора, генерала от инфантерии Петра Кирилловича Эссена». Он заботился о том, чтобы люди устраивали свой досуг, проводили время, гуляя по улице Николаевской, по набережной реки Урала. Для этого засыпались дорожки песком, песок этот утрамбовывался, и зауральной рощей, которая тоже озеленялась еще больше в то время, проводились народные гуляния. Периодически, особенно во время, например, каких-то царских дней, устраивали фейерверки. Для населения Оренбурга того периода времени это было событие, я думаю. Путешественнику, который любовался Оренбургом, было невдомек, что еще недавно горожане ни под каким видом не хотели жить в хороших домах и мечтали, чтобы они были поуродливее. Была на то причина, которую Эссен ликвидировал. В 1822 году город Оренбург был освобожден от воинского постоя. В чем смысл его? Когда наступала зима, вот с ноября примерно, с выпадения снега, ну и до апреля, пока снег не растает,
Войска вводились с границы и поселялись в городе Оренбурге. А для офицеров, для генералов специальных жилищ предназначено не было. И, соответственно, их тогда подселяли по квартирам. Это очень возмущало купцов, в том числе, потому что подселение офицеров в семью, купец, когда часто выезжает в командировки, не совсем это корректно, возвращается домой, а дети больше похожи на квартиранта. Это такое могло возникнуть. Счастливый случай представился. 11 сентября 1824 года в Оренбург прибыл Александр I. Эссен его принимал, сопровождал и сумел убедить в необходимости снятия с города воинского постоя. По этому поводу и был установлен монумент – Александровская колонна. Губернатор стал выдавать пособия на строительство жилых домов, на устройство палисадников. Радость горожан трудно передать словами. В архиве сохранилось дело о перевозе тела умершей супруги Петра Кирилловича Эссена из Оренбурга в Орловскую губернию для погребения. За год до этого, в 1828 году, в боях под Варной в русско-турецкую войну погиб сын Александр. Супруга Эссена, Екатерина Николаевна, урожденная Львова, не смогла пережить удар. Что творилось в душе отца, можно представить, но он не имел обыкновения изливать свои чувства. Эссен жил ради дочери Александры и работал. А через год в Оренбург пришла холера. Здесь жертв было огромное количество. Методы, конечно, борьбы были не такие, как, может быть, в столице замок, к примеру. Почта, которая шла, конверты продырявливались, над костром держали, чтобы дым пошел, окуривали таким образом. Уксус активно использовали, вино использовали для дезинфекции. Здесь несколько генералов умерло, служивших в это время в Оренбурге, не говоря уже о солдатах простых. Я не знаю, кто был бы другой губернатор, наверное, ситуация такая же была с эпидемией. Будь Эссен или не Эссен. Барон Корф. В 1829 году, когда в Оренбургской губернии впервые появилась холера, болезнь в то время еще совершенно новая и неслыханная в России, туда командирован был флигель-адъютант Игнатьев. По возвращении в Петербург он донес государю о совершенной неспособности Эссена к управлению столь важным краем. Государь подумал и назначил Эссена санкт-петербургским военным генерал-губернатором, зная, что здесь малокудогодный старик будет под его непосредственным надзором. Волна эпидемии догнала Эссена в Санкт-Петербурге, и он с ней справился. До сентября 1831 года. То есть, в принципе, за 4 месяца все это быстро смогли подавить. В благодарность 1 июля 1833 года император возвел его в графское достоинство. В документах было написано: «Эссен входил в положение подчиненных, старался доставить бедности помощь, угнетенным и обиженным защиту, усердию – поощрение, способностям – ход, но не выставлял на показ благотворений своих. Бережливый вообще, он отвращал все лишние расходы по городскому хозяйству и здесь являл даже скупость непреклонную». Обо всем этом, равно как о других свершениях Петра Эссена на поприще военного губернатора Санкт-Петербурга, барон Модест Корф промолчал. А рассказать было о чем. Если мы вспомним, как менялась северная столица, как менялся Санкт-Петербург года, когда Эссен был губернатором Петербурга, то мы вспомним, что это время запуска первой железной дороги от Петербурга до Царского села. Это открытие обсерватории и зоологического музея. Это установка Александровской колонны. Это запуск первого общественного транспорта пассажирского. Омнибусы в Петербурге были запущены именно при нем, при Эссене. Многое забыли. Но вот про больницу для чернорабочих, в общем, помнят и всегда называют ее, когда говорят о роли Эссена в истории Санкт-Петербурга. Бывает, распускаются о человеке слухи и делаются попытки подпортить ему репутацию. К сожалению, иногда эти попытки удаются, и в истории остается такой негативный шлейф за достойным человеком.
После смерти супруги Петр Кириллович прожил еще почти 15 лет. Одиноко, по завещанию был похоронен рядом с женой в пределе храма Успения Пресвятой Богородицы села Глыбочка Орловской губернии. Нет сейчас ни храма, ни могилы. Именем Эссена была названа улица в Оренбурге. Нет и ее. Есть портрет Эссена в галерее героев 1812 года Эрмитажа и профиль на чугунной плите недавно восстановленной Александровской колонны на высоком берегу реки Урал. Все. Впрочем, нет. Осенью 1831 года в Санкт-Петербурге состоялся парад и молебен. Художник Григорий Чернецов написал по этому случаю грандиозное полотно, в котором запечатлел выдающихся деятелей эпохи и составил поименный список всех, кто есть на картине. Пушкин, Крылов, император, а четвертый в свите – вот этот лихой наездник – Петр Эссен, тот самый дряхлый старик. Лишь в одном можно согласиться с бароном Корфом. История должна быть жесткой. Но все же память о человеке – это дела его –